Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Да, пожалуйста. Лекарство возьму. Мне сказали, что здесь хорошие доктор приехали. Спасибо. Ого. Сейчас только немецкий. Мы выполним вам УЗИ почек, сделаем анализы, биохимический анализ крови обязательно для уточнения уровня сахара в крови и уровня холестерина. Пойдем. И с результатами анализов подходите, наши доктора вам помогут и откорректируют лечение. Хорошо, спасибо большое. Полностью мы оборудуем. Здесь яму холестерина давал, опять же сделать. Сделайте вдох, пожалуйста. Так, операцию на руку не делали.